Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня будет обзор посылочки. Вот такая вот посылочка. Видите, как она запечатана вся. Сейчас мы с вами ее откроем и посмотрим, что там интересно. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Ну что, девочки, смотрите, пришла у меня соковыжималка Аверхов. Очень классная, большая. Сейчас мы с вами будем ее проверять, сразу же говорю. И к ней в подарок еще шла вот такая многофункциональная овощерезка. Как вы помните, у меня на обзор когда-то приходила этой же фирмы сушилка. Я ей пользуюсь для овощей, фруктов, сушитель. И вот сейчас вот у нас этой же фирмы заказали соковыжималку. Ну что, давайте распакуем, посмотрим, что там. Ну, сначала, наверное, вот с этого подарочка начнем. А потом с соковыжималки. Кому интересно, оставайтесь с нами. Так, ну что, дорогие друзья, первое будем показывать. Это многофункциональная овощерезка. 6 ножей в комплекте. Тут уже с чашей. У нас есть другая немножечко, но сейчас посмотрим. Вот такая вот компактная. Здесь вот еще крышечка, это чтобы защита была. Смотрим. Вот такая вот чаша идет пластиковая, видите, какая классная. И вот сам ножик. Ой, тут ножки еще повалились. Тут ребята в комплекте еще вот такие вот ножки идут. Покажи прямо. Вот. Сейчас мы их с вами вставим. Они вставляются вот сюда. Видите, вот таким вот образом вставляются, и все, и наши ножки защищены. Одна при запас идет ножка, видите, может где-то еще завалилась, не знаю. Вот такие вот защита, ой, плохо вставила, видимо. Так защита для стола не будет скользить. Дальше смотрим. Вот сама эта терка, и вот здесь вот что удобно, видите, вставляются ножи. Вот здесь все ножи. Меняется ножик. В комплекте идет 6 ножей. Вот еще терочка для фруктов и овощей. Ну, больше, знаете, маленьким деткам труд фрукты. И вот здесь вот ножи у нас. Такой ножик есть. Сейчас посмотрим, какие ножи. Такой ножичек есть. Там видно? Такой ножичек есть. Еще ножичек и вот такой вот. Ну и вот это. И хранить удобно будет вам. Вы вставили тут все ножи, и все. Компактно, видите, легко вставляются, легко достаются. Видите, как хорошо. И не надо много места. Все у нас. Они защелкиваются прям туда, и все. Компактное хранение. Вот так вот берете и сверху фруктами крыть их, или что вам надо. Вот такая вот штука. Будем пользоваться, обязательно испытаем видео. Ну что, друзья, дорогие, теперь давайте займемся соковыжималкой. Будем открывать, доставать, смотреть, что же там в комплекте. Машенька, покажи вверх коробки. Снимает, кстати, у меня Маша. Здесь у нас есть инструкция вот такая вот. Давайте посмотрим, что в инструкции. Вот гарантийный идет. А тут рецепты и по сборке. И вот рецепты есть. Коктейли, какие вы хотите, обязательно испытаем. Дальше все, смотрите, как хорошо запаковано. Распечатываем. Это овощи продавливать. Так, будем все это распечатывать. Внутри коробки вот так вот сложено, все компактно, все хорошо уложено, ничего не сломано. Давайте проверять каждую детальку. Чаша все целая. Вторую чашу проверяем, тоже все, ребята, целое пришло. И теперь аккуратненько постараемся достать саму соковыжималку. Сейчас опять коробку уберу, отодвину.
И вот такая вот у нас соковыжималка. Какая она стильная, ребята, и красивая. Скажите ведь? У меня девчонки ждут, хотят сок повыжимать. И Ванюшенька ждет. Ванюшенька, подожди, солнышко. Так, тоже все провода, все аккуратно заделаны. Сейчас все распечатаем. Где ножницы убрала? Да. Сейчас мы ее соберем и вам покажем, что получится. Так, ребят, мы перешли на кухню. Все, собрала я соковыжималку. Мы подготовили с Машенькой яблочек. Тут 6 яблочек хотим выжать. И посмотрим сейчас, что у нас получится. Вот такая вот она. Сейчас будем туда делать овощи. Будешь сама делать или я буду делать? Я? Маша пока появится. Ну и сейчас, короче, будем испытывать. Ребята, смотрите, что я заметила. Она тихая, значит, с утра можно ребятам делать соки. Это первый режим. А, и второй режим. Видите? Она очень тихая. Вот, я включила. Давайте пробовать кидать яблочки туда и выжимать. Мало, что ли, яблочек? Ну, а больше закидывать. Видите, уже начинает. Маш, покажи поближе, как там. А тут, смотри, сок уже вытекает. Показывай поближе. Старайся показывать. Видите? Видите? Сейчас закинем туда побольше яблочек. Продавливаем яблочки наши туда. Видите, удобно протолкнуть можно яблочки. Ребят, 6 яблочек. Мы сейчас будем смотреть, сколько у нас получится сока. Показываю поближе. Мне нравится то, что она, ребята, тихая. Видите, тут вот собирается жмых от яблочек. Здесь вот сок. С 6 яблочек вот столько вот сока получилось. Классно. Сейчас хорошенько проделается она. Можно переключить на другой режим. Так, пускай вот так. А давайте пока там выжимается, посмотрим, какие тут у нас есть инструкция, меры предосторожности, соки, осторожно по сборке, все это есть, чистка оборудования, все прописано, молодцы. Вот. И дальше у нас техника, характеристики. Рецепт морковного сока, как его приготовить. Томатный сок, свекольный сок, яблочный сок. Вот видите, 1 килограмм яблок, сахарный песок по вкусу. Все, вот мы сейчас яблочный сок и приготовим. Соевое молоко, гранатовый сок, сок из киви и банановый напиток. Вот такой вот. Но мы с вами приготовим еще разное что-нибудь. Все, наш сок отжался. Тут, видите, крышечка есть удобно. Раз, закрыли. Если вы, например, полный как стаканчик набрали, то все. Вот столько вот сока у меня получилось. Сейчас будем пробовать пить. Ну, а тут вот собрался весь жмых от яблочек. Можно куда-нибудь использовать или курочкам отдать. Вкуснятина. А, кстати, жмых даже вкусный. Выпечку можно, ребята, кидать. Очень классно. Пробуем налить сок. Видите, какой цвет получился?
И сейчас с вами попробуем на вкус. Очень, ребята, вкусный сок. Ванюшка, держи. Пробуй и скажи, что, как тебе? Вкусно, да? Вообще классно. Мариночка, давай. Где тебе кружечка, я тебе налью. Ставь. Вот видите, ребятки, сразу сок пошли пить. Где есть кружечка? Оксана, кружечку. Так что покупайте, ребята, этой фирмы соковыжималку. Рекомендую. Ребята теперь довольны. Я хочу сделать. Сейчас сделаем. Так что всем хорошего дня. А мы будем дальше придумывать, какие коктейли делать. Если интересно, оставайтесь с нами, мы вам покажем, какие мы коктейли из нее выжмем. Что ты, Ванюш, сейчас будешь делать? Это я делаю сок. Делать сок. Ваня хочет испытать сам, да? Ну давай, показывай, как на. Вот. Подожди, я сейчас включу. Дальше, Ванечка. Насыпай сюда. Все-все-все, фрукты насыпай сюда. Вот. Сейчас, Ваня сейчас сделает. У него Ваня там получается. Открываем. Ваня хочет сам фрукты высок делать, да, Ванюша? Ваня, легко? А главное, заметьте, безопасно для детей. Ваня, так часто ты не делай. Вот, яблочки кидай. Пальчики туда не пихай только. Ванюша своим сестрам делает сок, да, Ванюша? Вот, молодец. Тут у нас сок вытекает и сухое яблочко выходит. Ну, давай, давай. Так часто ты зачем там, видишь, быстренько проходит. Вот, не торопись, тихонечко. Сильно давить не надо, Ванюшенька. Вот, Ваня старается, сок делает. Ну, тихонечко, вот. Пальчиками не надо. Молодец. Ну-ка посмотрим, сколько там тебя уже. О, как много уже Ваня сока надавил, да, Ванюшка? Это можно в оладушки добавить, и будут оладушки у нас с яблочком. Все, все яблочки сделал. Молодец, все, пускай эту, пускай это не трогай. Все, ждем, когда весь сок. Ну, Ванечка там достает тоже. Не надо пальчик туда пихать, Санечка. Вот столько от 6-7 яблок. И вот сок Ваня еще выдавливает. Все, хватит. Может, туда морковки добавим? Сейчас морковку почистим и добавим. Так, сделали яблочно-морковный сок. Вот такого цвета получился. Вот жмых от одной морковки. Видите? И что удобно, смотрите, когда стакан убрал, закрыл, и ничего не протекает. Хорошая вещь. И хорошая... И очень хорошая фирма. У меня есть сушилка от этой фирмы. Довольно до чертиков. Очень рада. Все, наливаем ребяткам. И, кстати, сахар мы не добавляем. Мы пьем свежий сок. Где еще кружечка? Всем, всем приятного аппетита. Дорогие друзья, поэтому я вам могу рекомендовать эту соковыжималку все 100%. Очень хорошее качество. Очень хороший пластик, крепкий, толстый, поэтому рекомендую. И для детей безопасно, и вам легко будет делать ваши любимые смузи, соки или еще что-нибудь. Все ссылочки, где можно заказать этот товар и вообще фирму эту, я оставлю все внизу под описанием. Если интересно, проходите, заказывайте. Если у кого есть уже такие соковыжималки, то пишите свои отзывы. Очень будет интересно. Всем желаю всего самого хорошего. Всем желаю крепкого здоровья. Пейте свежие соки, и будет все у вас хорошо.